В небольшом цеху управляется всего 3 человека. Автоматическая фасовочно-упаковочная машина с однокаскадным дозирующим устройством способна в минуту выдавать до 20 пакетов. Так что за 7-часовой рабочий день она может расфасовать и упаковать с высокой степенью точности несколько тонн сыпучих продуктов. Устройство, дозирующее с тензиометрическим датчиком и электронным блоком, легко управляется и программируется, имея в своем арсенале не один десяток программ. Единственная загвоздка в расширении ассортимента фасуемой продукции – товарный знак, который должен соответствовать каждому виду. Юровский предприниматель Исаев разрабатывает единый бренд, а пока его гречку замечательного качества можно всегда купить на городской ярмарке.